Сука. Так, смотрим, кто бежит. Ты каким сумом? Еще тык. Ригель, а что ты в Доларане делаешь? Рыбу берешь? Кидр, потому что. Чего? Кидр. Надеюсь, это не он сказал. Принимайся. Все здесь, фулл баф. Во, ой, меня. Мне же сходить надо. Кавкер. Ебать, Лёха, нахуй, ты чё? Да мне сейчас с дежурства позвонили. У нас там ебать ЧП надо. Ехать надо. Сейчас, извиняюсь, накинь там ЕБ, сколько там есть. Ладно. Всё, давайте. Вас спрашивают, кто рыбу ставить может? Анти. Антикай. Наверное, 800. Ешьте рыбу пока. Сейчас там зайдет поворотик. Давайте далеко не отходим, сейчас суманем мы начнем. Вар ренивал, блядь, ты такой пизда просто. Игносмон. Ты получишь ЖП чисто за лужу подвалить, блядь. Просто... Тихо, завязывайте. Лука забафали, повороте. Бестобаф, хаску на рек. Уёбок нахуй. Норик, сдай мут, пожалуйста, Козяну. Пистобаф по локу дайте хотя бы точечно.
танки на позицию, подходим к столу, милики подходим, чтобы получили. Бурсты не отдаем, у нас лизней на переход поставляем. Ёлка, все готовы? Пей куклу. Валера, начинай. Отличные новости, ворот! Я усовершенствовал штаб чумы, который уничтожит весь Азерот! Стопайте. Стоп дамаг, никто не бьет босса. Убрали от босса автоатаку, встали. Стоим возле профа. Милики стоим здесь, сейчас слизень появится, надо его бить. Сильно слизня бьем, милики. В одну сторону отлетаем, центр слизня сильно. Добиваем. Душ вышли, переводим босса. Столу все пошли. Замедляй зеленого. Выбирай цель, все в зеленого, у кого зеленый. По дебафам бьем бурсты. Сбегаемся. Зеленый, по-моему, не замедлен будет. Замедлен. Чему не умрет? Зеленого сильно. Сбегаемся в следующую цель. К столу сбегаемся, не стойте в разных сторонах. Приказ красный. Захил. От красного беги. Добиваем красного и зеленого. Быстрее красного. Сильнее слизни бьете, не дай бог вы пилоните в них. Бьем. Сейчас будет красный, вы подготовьтесь. Выбери цель, милики, сразу бежим бить красного. Слушай, вышли. Давай, пока держи здесь, не веди дальше. Сейчас будет красный. РДД уже дотаем его. Появился дотаем. Выбирает цель, смотрим. Беги, малышка, играем красного. Беги. Милики красный. Сильнее. Добили. Колбы под профом, осторожно. Следующий зеленый. Все милики к зеленому собираемся. Все отвел сюда. Зеленый, милики, все здесь собираемся. РДД в центр. Зеленый, милики, его надо сразу переключиться и бить. Приготовились, вот он появляется. РДД зеленого. Ой, фак. Сбегаемся к РДД, дайте сбегаемся бей. К РДД. Зачем ты в него чаржишься? Бьем его. Не чаржитесь никогда, так вы сдохнете. Бомба под боссом, колба, колба от воды. Милики, не ловите ничего от воды. Так, стоп по боссу, никто босса не бьет. Отошли от босса, не бьем босса. Потом переведем после красного. Внимание, РДД доты на красного. Босса не бьет никто, милики. Из бюлей получите сейчас. 2%, не трогайте босса, автоатаку убрали. Все на красного побежали, бьем красного весь рейд. Приготовили. Убеги. Переводим. Дамажим проф. Сильно переводим. Сейчас все к столу пойдут. Все пойдут к столу. Пельмени отбежали. Не ловим пельмени. Перевели все к столу. Милики, РДД, все, весь рейд тупо к столу. Встали быстрее, чтобы максимально далеко был. Двух замедляй. Выбери цель, Геру. Геру даем, все по слизням играем. Сильно сбежали. Приготовились. Бьем сильнее своих слизней. Красного сильно, зеленого сильнее. Так. Бьем зеленого. Все, весь рейд. Спала эта херня. Все, добили. Бьем босса. Так, сейчас посмотрим, кого поднять. Я поднимаю Сен. Сенза, вставай. Сенза, вставай. Даю мат. Захил рейд.
Сенза, поднимай кральку. Кралька, поднимай елку и бьем. Я устала. Она устала. Сен, так, вставайте за щит. На уничтожаторе уже 3 стака. Нейкис, диван на уничтожатора. Нейкис. Снимай диван. Бьем сильно. На совет идем. Мутант спектр с танка, напомню. На трэш. Ну, на всякий случай. Поднимите ханта у стола. Поднимите ханта, уйдите отсюда с чумой. На мейн ролим кушак. Завоеватель ролим. Тату выше. Отойду на 2 минуты. Угу. Обычные токены дай ханту, пожалуйста. О, можно квест ходить, да? Весь. Ганчер, короче, блять, мне что-то... Могу понять. А какому ханту? А, у нас один хант. Ой, ты отойду на 2 минутки, я быстро. Трэшик бьем. А ты ролил, Казян? А. Кто выше в итоге, Казян или Ёлка? Скажите в этот вред чат, напишите или скажите ВК. Казян, этот лог передай Казян. Токен. Завоеватель. Как передаст, скажешь. Напишешь там рейд. Повороте ты заходишь, там на пристате надо. Это самое. Мне вот что-то. Совета, может, там заберешь. Какие-то с духом шмотки там. Так, всем привет. Привет, ты заходишь там на пристате? Привет, медведь. Ну уже зашел. Уже зашел. Ну, давай, пристань. Сейчас будет и меня ловить. Блять, и так рейд из вагонов состоит, на. Что ж я? Прео вагон. Ну Синдролич там локом. Да пусть главное кинетику подбивает. Да, тут-то нормально. Надо как-то одеваться немножко. Поставьте шкаф, контроль, короче. Контролят. Ёлка, не знаю, здесь нет. Ну-ка, на присутствие. На контроль, чек на контроль. Лейтенанта обязательно за контроль. Его контролит елка. Некист. Даешь контроль кружку. Ну и кто-то еще ромбику там, если сможете. Мне надо отойти на 2 минуты. Идите, приготовились, подошли контроль. Контролю. Угу. Дамажим рослого, самый высокий такой.
Так. Поворотим. И фотон. Клон и фотон. Бьем сильно рослого. О, Войт, я за колечком. Таким. А, ну давай. Тут планы, это на пила и на этот, на ШП идет или нет? Чё это? Какая? Совета? Ну не совета, слан. Посох ты имеешь в виду? Угасающий свет или как? Да, он на холеплеста предвисовый. Ну я с ним ходил до Аркуса. Кстати, вчера и расклубили. Ну да. С трудом, блять. Я захилил просто и видел. А сколько, кстати, ресок было? 5. Так, осторожно, танки в станах. Смотрите, не сорвите. Так, то же самое звездочка, то же самое кружок. То же самое еще одного контроля. И также рослого бьем. В первую очередь добиваем этого дурака. Контрольщики, приготовьтесь уже, станете раздавать контроль. Вы, блять, ну что ты делаешь? Так, уничтожатор войска, феникс войск. Бьем звезду, все выбрали звезду и убиваем после ронда. Ломим корону. Звезду сильно. Звезду сильно. И рослого тоже можете забить, но это надо. Стан звезду дам. Или нет? Не верьте так трэш, вот танки не среагируют, хил отойдет и все, весь рейд упадет. Не надо так делать. Так это танк и сагрил вроде. Наверное. Тех трех дураков тянем. Как бы сзади еще тактик. А да. Внизу тактик. Ну что там бьют боты, доживут. Угу. Хилим танка. Угу. Томск один танчик. Сейчас 7 будет дураков. Там еще весь треш добавил. Чего? Весь треш убили. Да, убили. Весь. Поднимайте. Сумоньте. Ставьте шкаф. Ставьте шкаф. Сумонем батона. Казян, поднимайся. Вставайте, резнули. Жрите рыбу, у кого там баф кончился. Поставьте локи шкаф. Ганчер. Поднимайся к нам, пожалуйста. Два лука АФК. ВДД тебе. Уничтожатор на двух. Протопал на одном. Ганчер, дай шкаф. Тыкай. Сумоним фотон. На сумон. Слушал. Качай, качай, как говорит ШП. Зачем мне это ШП? Тыкайте. Молодец, ты тут. Принимай сумон.
нормальный такой ШП. Потом тебе пришел. Ну, нужно еще иметь. А я вам. Вас даем. Все, чекнем. На вихре отбегаем, кто не уверен в своих дефобилках. Некист, некист тут, Казян. Некист. Все, поехали, короче. Глупые смертные. Думали, что милики, вас очень много. Выбегайте, пожалуйста, от босса. А то вы умрете. Если у вас прожимок нет, отбегайте. Наши силы не могу чем-то. РДД тоже все на рейнже стоите, когда фолдерам будет, а то голем убьет всех. На мутанте агру. Давай, там забирай. РДД в рейндж, отошли дальше. ШПшки дальше отошли. Скоро голем будет. Гера может дать? Нет. Голем, смотрим на кого. Ганчер беги. Надо типа не просто бежать, а заворачивать по членам рейда пробегать. Он разряжается через них. Сейчас телесет точечно убьем, а ДК туда не идет. Почему тот опять танчит? Что там происходит? У него может лазить да включено случайно. Да нет, крови. Просто прирожденный танк. Не умирай, эрдруг, не. Кидайте кого там сзади. Ничего не резко. В центре вихрь, в центре вихрь. В центре вихрь, все видят, там он вок стоит. Ганчер, молодец. Портуйся сразу в центр, в этот же портал. Нормально будет. Хорошая идея. Смена цели 5 секунд. Валанар. Милики подготовились. Кинетику бьем. Будет один могучий выход. Надо будет отбежать, не умереть. Разбежались. Моя чаша полна. Выбиваем босса. Так, это на хила ролим. На 10% новых ролим. Штаб катушка есть, нету? Нет. Нету. А, на один хуй похуй. На мейн ролим. А на приставке носит? Пристав такой носит или нет? Ну, я... Да. Кто выше? Носит приста или нет? Да, ну, да, да, да. Давайте трешек. Войско должно было остаться у мутанта. И у сансары. Посмотрите осторожно. Контролим ближайших мобов. Кружок. Звездочку контроль давим. Смотрите, не падайте.
не отдавайте никаких звездопадов, бьем высок. Бьем череп все. Потом кружок. Точечно бьем, танки играют в метки, которые говорю, вы играете тоже в метки. Кружок выбрали, бьем. Потом звездочку. Давайте поздравим мутанта с тем, что он обрыгался. Звездочку. Подождите, танки не агрите, там хилы ресуют. И маны у них меньше половины. Подождите, все подбегут, тогда начнем. Вот летаем, идите к нам все. Пошли, раздаем станы, контроль и ретрики направо, налево, тактики. Вот они, тактики. Звездочка, кружок. Бьем звезду, потом кружок. Шестой полк, как его? Шаман. Так, никаких напулов в левую сторону, там смог напул на уничтожатора, ну там смотри, там нет, не перестарайся, укус укусом, но можно обрыгаться. Че будет РЛ, ужас, надо обрыгиваться. Ты смотри, успокойся там. Здорово, братья. Здорово. Нахуй пошел отсюда, быстро, блядь. Тихо, завязывайте, не надо ругаться. Давайте, сейчас упадет багруха, и кто-то ее заберет. Нормальный пацан. Человек на... Уничтожатор 6 ЛПшек с пула. Смотрите осторожно, на пул не ухан. Никакого говна не делаем, никаких бопов. Казян, что такое? Огурец. Уничтожатор 6 ЛПшек, Crazy Brain. Прикосновение вампира. Успокойся. Начинаем. Ну типа, поехали. Пер. Я голодна. Сбежались. Некист, король, некист. Ужас, смотри. Предатор побежал. Ты, блядь. Милики, осторожно. Макс, иди ко мне сразу. Вы проф убили? С 2 утра.
первого. Злой. Сбежались. Феникс побежал. Феникс в лужу залил Мелизона. Великий, осторожно стойте. Казян, кто там стоит возле лужи? Отойдите влевее. Феникс, это Гера? Да. Приготовьтесь антифир дать для человека. Будет елка давать. Если елка не может, то Крэзибрейн. Если Крэзибрейн не может, то клоун. Если клоун не может, то потом. Наганчер антифир умрет, чернокнижник. Наганчер антифир. Кто-то смог, надеюсь. Я смог. Наводчик. А кто это? Ёлка. Это просто. Все, хилимся, хилимся, хилы. Раз. Хилимся, хилы. Танчим, танчим. Сбежались к милике, быстрее к фотону, потом к миликам. Фотон тут? Сейчас. Подожди, зови. Я понял. Сбежали шурупчец, Локи, быстрее сбегаемся. В центр треугольника надо сбегать. Гансмок побежал. Бьем на ногу. Отойди, Шана, там лужа. Кто без укуса, плюс белый чат. Или врейд возьмем за цель. Не залил вас? Кто подвис? Все, сцелимся, сцелимся. Как сядет ее добьем. Не жмите кнопку, кто-то там, что вы там делаете? Да это я спросить хотел. У тебя вот колонки, да? У тебя же наушников нету? Mm-mm, я бомж, у меня нет колонок. Ой, наушников. Добиваем. Добиваем. Багру. Смотри, у меня сука щит. Будет ТРС? Будет тут ТРС собирать сегодня? Рольте щит. Тира! Щит. На мейн. Это на мейн вам? Обоим на мейн? Да, я РЛ. А кто выше из вас? Поклонская или Казян? Если обычный, то ты. Казян что-то забирал шмотку, по-моему, да? Значит, Поклонская отдавать? Или Поклонская забирал шмотку? Что делать, короче? Так, по журналу. Поклонский дал рукавицы. Казяну токен. Значит, Казяну, да? ГЦ. Теперь ты пуловый протовар, протопал. Покоритель роли. Давай, Ригель, конечно. Так, кто выше из вас Сенсар, уничтожатор Сензы? Сенсара выше. На Вальку бежит, напряж. Бой, слышишь, нет? Чё? У тебя остался грудак с... Тухлого. Кольчуга там с меткостью. Да, вроде. Дай, пожалуйста, у меня меткость немножко там, не попала. Там надо кому-то эту хуйню, какую, блядь. Какую? Магию. Ну, маговский. Надо кому-то грудак свалить. Лучше умереть сейчас. Нет. Никого не надо.
Войт, можно навалю магом? Зайду, пожалуйста. Там мне зло слово. Конечно. Иди нахуй, я плащик буду забирать. Если договоришься, зайдешь. Это. Ты к злой ты гонишь? Кто мне говорил про грудакс? Это. Как... Я ва. Ник-ник. Вот я агент Игоря, предатор. Ты мне войт говоришь или что? Нет, тут попросили грудакс. Если надо, я могу купить на вайн. Не-не-не, там сила атаки в меткости. Он Дилвес сказал мне уступить слот. Давай ему пати, я в Баларан сейчас. Ща я зайду. Чё, я если что вдали сижу. Кто? Как там? Бигель что ли? Шанан, какой? А. Так, смотрите, бьем все вот эту звезду сильно, милики, РДД, все в нее бьем. Ту дуру потом. Слышь, злой. Перебежали. А. Милики перебежали. Че? Опустись ниже канал, хуйню я расскажу. Самое, звездочку сейчас в первую очередь убиваем. Отвернули от рейдеров охотниц. Не звездочку. Вот эту звездочку. РДД милики, вот в нее. Милики, осторожно, в лед не забегай. Все, теперь объешьте все это говно. Но милики, осторожно, не заходите туда. Видите, так. Снаружи кого-то. Милики, не заходите, не убирайте. А вот это Салма, это кто? Это... Это ты? Это... Как смогу. Милики, не врываемся сюда, много вихрей. Кто-то из танков в сторону, одного вытягивайте, чтобы милики били одного. А РДД пока этих бейте. Градом стрел на пульте. Отбегайте, милики, от них. РДД, видите, срываете, стопните ДПС, постойте, посмотрите, не умирайте. Нужно умирать. Танков хилим сильно. Птичку можете, милики, убить сейчас. Вон, полководца бейте, милики, вот это. ДД отсюда отойдите. Надо стоять по выходу. Бусты приготовились, собираем бусты. Восстаньте, чемпионы серебряного аванга! Твой союзника ты выбрал, Крок! Нападай, гроза плеть! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом!
У тебя же вертух второй, да? Ага. Значит, сейчас ёлка, полиприст или ДЦ? ДЦ. Давай ДЦ. Сенза на рейде будешь. Кралька, два шамана и анти на вальке. Спекаемся, рисуем ману. Некий сколипал есть? Значит, за анти летаете в комнате, за звездочкой. Платон, Ригель. Сейчас, одну минутку, захожу. Блин, жалко, я тебе КД повешал на... В основные-то боссы убили, где можно было вагониться. Сейчас синдралище. Тыкайте в сумон, пожалуйста. Ну я луком налечу, а тогда зайду уже. Угу. Ригель тут? Убери отсутствие, нажми этот... красную там, и типа ты присутствуешь, чтобы не было такой надписи. Так, потом сгрузишься. Да, я уже тут, захожу. Тык на сумму. А, здесь сейчас добежит. Так, все, все забафаны, значит. Сейчас он добежит и начнем. Я тут. Давайте, пошел макрос. Погнали. Лапу дайте. Есть лапа. Крест на креста. Танки? Валера, подходи. Танчи пока один. Я слева подержу, слышишь? Иди справа держи. Слева мага убей. Все, Валера, хорошо. Толстый для танка идет, подавление смотрим. Слева, снизу, справа, снизу. Распределились, бьем. Усиление маги, дайте маги, повали. Толстяк.
направление скилла выбивать. Кто-то поступить, завести приста тогда на лича и зайти локом тогда и так. Ну я не знаю смысла заводить. Почему? Аж что, не смогу выйти и зайти потом? Я выйду локом. Так тебе ради ачивы, что ли? Ну да. И ради льда. А чё лёд дают? Чё не? Силы возвращаются ко мне. Герои ещё немного. А чё, бан дадут? Так Церсей же, по-моему, так давали. Черепок убили, черепок огненный. Давайте рост. Гимн давать не хп? Да. Да, давай. Огненный черепок слева бьем. Пока ничего вышло, подавление справа, слева, сверху. На подавление все пошли, черепок сначала, все нормально. Идите вниз, здесь наверху не оставайтесь, никто от вас ребенка не запустится. Не оставаться или что? А вы тогда не будете. Так. У нас Элем есть, потому что маг сейчас уйдет. В Эрдру будь. 5 хилов будет. Отойду. Угу. На мейн ролим кольцо. Это что, все на мейн? Так. Ну и кто из вас выше получается? Огурец, ты писал, что нам? А они забирали шмотки. Поклонска, ты же забирал, по-моему, рукавицы. И ты вообще на ДД их забрал. Я не понимаю, почему ты ролишь. Кольцо ты сейчас на офте поролил? Рукавицы ты на оф брал. Короче, я не знаю, вы либо доносите до меня, чтобы я понимал, там с тобой человек ролил, тебе фул ГП прилетело. На мейн ролим. На мейн. Суманите ханта. Быстрее будет, чем я добегу. Спасибо.
Вроде должно запуститься, да? Или нет? Чё там не запускается? До центра добеги кто-то. Поставь каждый сам за себя. Так, ставлю лут, отойду, пока вы там бейте трэш. Поставил каждый за себя. Лутайте эпики. Приведите старую пачку. Ант, приведи петом. Слева. А это кольцо за реку дают, да, в целом? Давайте подходим, все уже драконы.
кто-то таунхит, да? А кто-то срывает агро в 226-м шмоте. С фуловой, блять. 6,9 ДДК. Не стойте в метках, выходите там оттуда из луж вот этих. Не дамажит. Меня потом в пятую пати перекинь. Ну что там, сум будет? Или там шубелевали? Да, сейчас драконов убьем, будет. Угу. Тогда еще на минуту отойду. Криптохруст объем. Поднимаемся наверх, все темы убираем, тотемы на какую-то поставьте возле ворот. Спрятаться, да? Готовились захиливать рейд. Захиливаемся. Ставьте шкаф. Ледяные ветра Нордстоуна унесут ваши души. Лупи шкаф. Давайте баб пока. Тыкните на сумму. Шурупец, подходи. Подходим все, не стойте там. Шурупец тут. Чек на присутствие. Шурупчец что-то писал, нет? Этот гил у вас тут. Минута прошла давно. Подходи. Так, тут. Шурупчец, ты остался. Это дайте еще фулбаф. Шурупчец, давай, подходи сюда. Так, значит, все тут. Смотрите, танки одеваем фуршмот. Короче, глыбы бьем до 50% и стопаем. Если бьете с дотами, на 50 стопайте сразу, на 60. Так, любая смерть 100 гп. Не падаем здесь, не тупим на притяжках, минки отбегаете. Всегда, когда глыбы под босса несут. Все глыбы под босса несут. Скажу, когда рост, когда чё. Чек на пол. Маг, дай инту. Маг, интеллект, приеду. Предатор. Все готовы, спускаемся вниз, захиливаем. ДМК, Бунако. Пало. Отойдите от хвоста. От хвоста отойдите. Милики 8 стаков, когда хилы
хилят. 400, когда хилы с освобожденкой. Беги, малышка, беги! Отбегаем. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Я подниму больше низ. Захил мага. Меточки рассредоточились внизу. Никто не уцелеет. Меточки ставим. Друг от друга рейндж меточки. Дайте баха магу. Бах и бунак видайте пока что. Правее центра. В центре. Спрятались. По метке стоп по этой. В центре тоже спрятались. Стоп по меткам. Край не бейте, в центре не бейте. На ступеньках центр. Последняя падла. Спрятались. Метки на ступеньках бьем, фул ДД метки, потом вот. ДД крайние, милики рядом как-то там. Крайние ДД. Бьем. Беги, малышка, беги! Бежали, бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Все, кстати, лагают. Да. Да. То есть заранее смотрите, что происходит. Меточки рассредоточились. Друг от друга рейндж словили. Спрятались. Правее, вот падал справа близко. Слева далеко. Бейте центральные, подбивайте РДД. Видите, фуловые склепы. До 50 быстрых опустили, третья глыба падает. Слева, близко. Опустите глыбы до половины уже, дайте звездопад. Справа близко. Спрятались. Сильно в глыбы все играем. Ёлка, приготовься гимн на КП. Читай. Глыбы добит. Ничего глыбы не били. Здесь все дамаги это в глыбах были. Давай, рост. Дамажим сильно. Первая под босса, вторая под босса, все под босса. Милики, приготовьтесь их ходить. Ждем скоро метка. Секунда, метка смотрит. Милики приготовились. Шурупец остался, милики ушли. Быстро ушли оттуда от него. Сразу разобьем ее. Сразу разбиваем. Разбили. Пару тысячек дали, метка, милики приготовились отбегать. Танка хилится. Ригель под босс, и милики ушли. Свалили быстро оттуда. До половины его метка. Скидываем стаки. Будет притяжка. Милики ушли оттуда. Там беги, притяжка. Малышка, тупые. Не разбейте. Не бейте метку. Вот, теперь бейте. Захил рейд. Разбили метку. Никис под босса. Все остальные милики ушли оттуда. Никис под босса. Разбили две метки. Под босса. Милики ушли. Милики ушли. Разбили сразу. Следующий
следующая под босс. Милики, готовимся уйти. Милики, уходим, клон под босс. Быстрее ушли милики. Разбиваем сразу. Разбили. Готовимся под босса, будет притяжка. Милики. Некист остался, остальные ушли. Быстрее уходите. Будет притяжка. Стоим за глыбы, скидываем, танк заморозился. Подбиваем его метку. Разбивайте метку вот эту левую. Ту подбивайте тоже. На 30%. Подбивайте ту тоже. Эту разбили. Под боссом разбивайте глыбу сильно. Неси под босса. Милики ушли из-под босса. Милики ушли из-под босса. Свалили от Казяна. Разбили сразу метку. Еще под босса. Под босса милики ушли. Милики ушли. Разбиваем сразу следующую в сторону и зергаем. Все, зергаем фулл ДД. Crazy Brain в сторону. А эти часы дорогие? Ну не знаю. На мейнроле. Сенза, я так понимаю, выше, да? Если дорогие, то... О, на мейн. Ты же на ШП фотон ролишь, правильно? Да, оно что, не подходит? Да. Не королем. Кто выше, скажите, пожалуйста, кто может быстро сказать? Скажите, кто выше? И вот этот пароль только на ШП. Я тебе отдам потом. Сейчас подам. Так мне тоже надо. Ну то ролим тогда. Если ну, надо. Ну ролите, скажите, кто победил. Так, кто из них выше? Он смог это. Кто из вас победил? Фотон? Люка? Не, это клон забирает. Он ему надо. Идем к ключу. У тебя сколько там до шмотки остается? Мне надо еще 3 льда. А, и нет, тогда не надо. А? Тогда забирай. Ну то дай мне ее. Она у меня, я должен вам ее передать. Тебе фотон отдать, стой там в центре. Давай. И на повороте заходи. Сейчас. Там офис на платформе. Так, значит. Не звонит. Я вот не знаю, лютый это самое. Идти так тебе или может на кого-то другого зайти посильнее сразу. Да, решайте сами, мне все равно. Или пойти так нормально. Так, потом у нас заходит. Посиди, короче. По станам. Кружок Некист, Казян Ромбик, Поклонский, Трусы. Станете. Это на первых вальках. Разбивать. Нажмите на сумон. Разбивать будем всех. А ты выше чем Гансмок там был? Зрис ПД, да? Чем кидать, да? Значит, Гансмок, передай Зрис ПД токен.
Геровский. Хан, слышишь? Как передаст, скажешь. Это самое. Паста нам сказал. Бой, давай здесь на самом деле. Сейчас кральку перекину обратно. Кралька сова. Ой, слышишь, нет? Чё? Это предатор, давай на сову здесь зайду, бро. Она у тебя получше одета, да? Заходи. Да, она соловая. Сансара, у тебя же нету там РДД никакого? Нет. Ладно, давай заходи, плюсанешь. А как никсовые? Коробку. А, я понял. У вас просто миллион разных ников, у меня вон все на войд начинаются. В нем КД нет случайно на коробку? Не, нету. Значит, по мане. Коровку с жрец ПД льешь? Нет, коровку с льешь Перигелю, королька Ригелю, я жрец ПД. Или как, блядь? Коровку с, короче, Ригелю льешь, королька жрец ПД, и я жрец ПД. Вот так вот. Чё еще надо сказать? Все, все здесь, фулл бабчик на... Полю станов, как убивать постоянно. По станам сказал, некий кружок первое, некий тут, прими готовность. Поворотки тут. Да. Некий. Топ срыватель. Ты кружочек станешь, первая валька, вторая Казян, третья Поклонская. Запускаю луча. То на ловушке улетает, милики, это 100 ГП. Всех валик бьем сильно, очень. Кралька, значит, коровку будешь давать звездопад под первую волну, кралька под вторую, и там дальше по ситуации. Сильно бьем валик. Ешим там все дела, локи не улетаем, порталы у вас есть. Не релил лича, короче, год, наверное, не знаю. Так что молимся. Ты пройдешь через эти мучения сам. Кликните на ХП, поставь мне в РДД зону. Так, РДД зона. Анти, ты в РДД зоне ходишь, бегаешь? Ну я нерегулярно бегаю. Лучше на кого-то поставь. Кто там красавчик у вас есть? Я даже не знаю, на елку поставлю. Да будет так! Герои в атаку! Милики, смотрите, ваши ГП. Любой улетает, ГП получит. Давайте бьем. То есть спылит? Ловушка. В центре ловушка. В центре ловушка. РДД осторожно. Спылит. Ну ты спылит. Чума секунда. Беги, огурец, чаш. Я вылетел, если меня слышно, надо чему лететь. Мол, хорош. Кто вылетел? Шанан или как? Хант. Шанан близко, что-то слишком милики пробежал. Да потому что Хант красавчик. Да потому что дальше отбегает. Смотрим ловушка на пол. Милики пробежал. Милики опять пробежали быстрее. Чума смотрим. Кралька бегит. Милики пробежали на танке. Ловушка милики в сторону. Оу. Уе. Падаем.
падаем, только не в ловушку. Ну, заходить на твинков. Так на твинков. Никис тоже на ловушке улетел. Сомнений нет. Тут уж действительно нет сомнений. Куда ты за столб? Чё вот ты делаешь? На арене что ли? Умирай. Ой, а с кем ты сегодня аренил? С мутантом. Это засумоните, пожалуйста, я в степях. Давайте, побежали. Там рез и локов, локи не бегите, у вас рез, но тут шкаф поставите. Ставите. Милики, вы видите, куда черное говно это летит? Почему вы все бежите через эту херню? Ловушка появляется через 2 секунды, блин. Очень быстро надо и далеко отбегать. Шанан. Хант вылетел, ты стоял бы с рейдом, ты бы не улетел, ты один улетел. Я чуть проверил, где стоял. Смотрите, ребята, сами будете виноваты, потому что следующего трая будет 200 ГП. Засумайте шамана. Если кто трупами лежит,